Значит, вот вы, например, когда там куда-то переезжаете, значит, ну, вы сначала, когда переезжаете, вам нравится, куда вы переезжаете, потому что вы так думаете, о, наконец-то я выберусь из своего ужаса, значит, буду жить в новом, вот, значит, вы так туда перебираетесь, потом вы куда-то переезжаете, и через какое-то время, очень небольшое, буквально там, вы думаете, черт, и это не так, и то, и что, и то, пятое, десятое, и это, и у вас возникает кризис, что вам все не нравится. Потому что сначала вы теоретически представляли себе жизнь, да, вот, в том же месте, в котором вы были, но только с другим антуражем. Но когда вы оказываетесь, все не так. Ну, то есть, это кран надо крутить так, а это надо крутить эдак. Там, значит, свет у меня был здесь, а он теперь вот здесь. И вот это, и куча вещей, которые вы не замечали, потому что вы всегда делали их на автомате. Вы когда привыкаете к какому месту, вы заходите, у вас там, вы даже не понимаете, что вы делали, вы как бы вы в полубессознательном состоянии, понимаете, можете, как бы сказать, управиться с этим своим жилищем.